Такое ощущение, что мне прям что-то нужно, нужно, нужно съесть. Я съедаю, как-то успокаиваюсь. И Дед Мороз подходит к этой, значит, клиентке, к женщине, к этой, когда она еще, да, в детстве к ней подходит, говорит: ну что, мальчик? То есть он, потому что она мальчик. Ну что, мальчик, давай вот этот, расскажи нам стишочек. Она, конечно, в шоке, да, то есть она такая... У нее такие глаза, она хочет плакать. И она конфетка за конфеткой ест. Утешается, да? Ей правда становится легче. Вот я открываю холодильник. Вот что я сейчас чувствую? Вот что я сейчас хочу на самом деле? Ребенку нужно ведро любви и ложку каши. Обычно происходит наоборот. У него ложка любви и ведро каши. И он привыкает переедать. Ой, я объелась. Ой, какая же я гадкая.